Для них инвалидность не стала преградой к спортивным победам. 18 спортсменов с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата приняли участие в турнире, который приурочен к 20-летию клуба «Воля». Я желаю вам ярких побед, интересных турниров. Поздравления от главы Бендеры, благодарность за волю к победе. На протяжении многих лет участники клуба успешно занимаются разными видами спорта, выступают на международных соревнованиях. В этом году «Воле» исполняется 20 лет. С удовольствием имею возможность поддержать этих спортсменов, потому что я являюсь почитателем такого вида спорта, как шашки. Всю жизнь сама этим делом занимаюсь. Но главное мое почтение – это тем людям, которых я сегодня вижу. Их сила воли, стойкость духа и огромное жизнелюбие. Здесь быть – это значит равняться, это значит каждый день стремиться быть лучше. Этот клуб «Воля», я еще помню, он еще создавался, на самом деле очень тяжело было, но все-таки он создался и довольно-таки успешно функционирует в нашем городе. Все параспортсмены, все это, они именно сплочены под этим клубом. Здесь шашки, шахматы, я знаю, у них и теннис, у них и турбол, очень много видов, где они выставляют членов своей команды, и у них и туризм хороший. В турнире приняло участие 18 параспортсменов. Три команды из Бендер, Тирасполя и Кишинева сражались за черно-белыми досками за право сильнейшего. Играли по круговой схеме. В первом туре бендерчане одержали победу над кишиневцами со счетом 10-2. Во втором туре наши спортсмены сыграли в ничью с тираспольчанами. Счет 6-6. В третьей игре победу над спортсменами из Кишинева одержали тираспольчане со счетом 11-1. По количеству очков первое место заняла команда Республиканского спортивного реабилитационно-восстановительного центра инвалидов из Тирасполя. С разницей всего в одно очко тираспольчанам уступила наша бендерская «Воля». Третье место у кишиневских параспортсменов.